Скажи, что самое сложное было сегодня? Несмотря на 5-1, игра была явно непростая. Ну, в любом случае, да, соперник очень был хороший, очень все равно сложная была игра. Они быстрые, у них хорошие атаки, но сегодня отличная просто игра. Тут любого можно, некого даже выделить, потому что просто реально командная победа. Все играли, все выложились на 100%. И прям на самом деле приятно было и сегодня играть. А давай оценим серию. В том плане, что уже она закончилась, можно какие-то, может, даже тактические вещи рассказать, да? Все-таки, ну, что предложил нам Металлург и за счет чего мы преодолели? Ну, предложили они, у них, конечно, они физически сильные, они играют жестко, у них ребята есть, которые могут навязать борьбу, и на самом деле, наверное, в первой и в четвертой игре это как раз с нами и произошло, мы как-то немного, может, не были готовы к такому силовому натиску, они вышли, прям начали, бегали, прессовали нас, и, наверное, из-за этого как раз и не получилось все игры выиграть. А дальше, в принципе, мы проанализировали ситуацию, подстроились и дали им отпор. Как считаешь, вот по ходу этих двух серий вы как команда, как коллектив выросли? 100%. Я думаю, такие игры, каждая такая победа, она сплочает, и это определенно колоссальный опыт, поэтому 100%, да.